Измены неизбежно губят любовь. Связь на стороне – это, как правило, симптом того, что в семье возникли какие-то проблемы. Вместо того, чтобы решить их, супруги ищут убежища на стороне и успокоения у другого партнера. Такой путь редко дает положительный результат. Даже если все обходится благополучно, в супружеских отношениях совершается нечто необратимое. Брак осквернен. И это почти всегда ведет к самым пагубным последствиям. Четкое соблюдение брачного соглашения дает нам ощущение комфорта и мира с самим собой. Нам нет нужды кого-то обманывать, постоянно что-то скрывать. Ложь вообще деструктивна и не приводит никогда ни к чему хорошему. Здесь так написано. Больше того, в глубине души мы понимаем, что поступаем нечестно, и это нас мучает. В любовных взаимоотношениях необходимы честность и верность. Да, вот в любовных взаимоотношениях необходимы честность и верность. Честность – это не абстрактное понятие. Она должна быть повседневной частью вашего поведения. Верность тоже является качеством, безусловно, предполагаемым при заключении брака. Эти традиционные ценности имеют глубокие корни. Они не просто придуманы для освящения брака или из моральных соображений. Их возникновение – результат жизненного опыта многих поколений, которые убедились в необходимости соблюдения этих норм.